Сура Рудра – это воблер, вобравший в себя лучшие качества Миноу. Он обладает значительной массой и неплохой аэродинамикой. При проводке воблер требует рывков значительной силы и интенсивности. Выпускается этот Миноу, как и многие другие, в двух вариантах плавучести – плавающий и суспендер. Но, пожалуй, именно у этой модели разница в заглублении между плавающим и суспендером настолько велика, что фактически делает их разными приманками. Плавающая Сура Рудра с успехом можно применять на мелководье с глубиной не более метра, тогда как суспендер заглубляется до 2 метров. Его использование наиболее востребовано при ловле вдоль свала, например, на Волжских протоках. При ловле вдоль свалов, чтобы соблазнить щуку, необходим очень мощный и эффективный раздражитель, потому что щука может стоять абсолютно в любом месте и абсолютно на любой глубине по этому свалу. А сильный раздражитель может привлечь внимание даже той щуки, которая стоит на достаточно большой глубине, и привлекая ее внимание, она поднимается на меньшую глубину и атакует приманку. Ну, из моей коллекции одним из таких мощных раздражителей является вот такой достаточно крупный воблер Асура Рудра от компании ОСП. Чтобы добиться до того воблера наиболее эффективной работы, с проводкой не нужно торопиться. Чем медленнее будет проводка, тем будет приманка привлекательнее для хищника. Проводка выглядит следующим образом. Я забрасываю и делаю раз-два, два, а то и три рывка. И достаточно длительную паузу выдерживаю, чтобы воблер немножечко завис. Потом еще раз два рывка, пауза, два-три рывка, пауза. 2-3 рывка, пауза, но рывки должны быть средней силы, не слишком мощные и в то же время не слишком мягкие, так чтобы воблер можно было нормально продергивать толще воды. При этом он распространяет достаточно эффективные звуковые и колебательные волны, привлекая хищника с достаточно большого расстояния.